Здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы говорили о Европе, что она каким-то своим двуличием таким не берет христиан. А вот другая новость, что мусульмане переходят в христианство. И вот встает все время вопрос, они переходят для того, чтобы укрепиться там в Европе, начать заново жизнь, или это какой-то, можно сказать, трюк? Ты понимаешь, при смешении народов всегда происходит такая диффузия. Так что невозможно сказать, чему это. Я уверен, что многие европейцы перейдут в мусульманство, в ислам. Так же, как и, возможно, будут и мусульмане, которые перейдут в христианство. Но это будет небольшая часть мусульман, потому что, во-первых, у них очень сильная взаимная порука и ответственность, и наказание. Естественно, это очень за сильно. То, что переходят в христианство. Конечно, ты рискуешь жизнью. На страхе много держится. Там да, очень. Да. Так что я не думаю, что это будет тотальное такое... Тенденция. Да. Нет, движения такого не будет. И, может быть, это специально говорят даже политики и политологи западные, для того, чтобы как-то смягчить обратный процесс. Именно переход в ислам со стороны европейцев.